Сегодня премьер-министр республики провел заседание кабинета министров, на котором мы рассмотрели сразу несколько вопросов. Так, первый из них касался законопроекта о деятельности правительства. В постановлении, в частности, обозначена необходимость систематически обобщать информацию органов исполнительной власти. Гамидов подчеркнул важность этого направления работы. Законопроектная деятельность является одним из главных направлений работы правительства. Притом это постоянный и непрерывный процесс, поскольку изменения социально-экономической и общественно-политической жизни общества требуют соответствующие правовые совершенствования законодательства. Во-вторых, законопроектная сфера обеспечивает проведение республиканской нормативной базы в соответствии с изменением федерального законодательства. Поэтому эта деятельность сегодня должна быть обеспечена действенной системой мониторинга федерального законодательства, чтобы мы оперативно могли провести в соответствии на шаг. Второй вопрос программы – реализация стратегии государственной национальной политики на 2015-2017 годы. Министр по национальной политике Татьяна Гамалея озвучила основные итоги деятельности ведомства и подчеркнула, что выполнение мероприятий было бы невозможно без привлечения местных властей. Министерство по национальной политике с целью эффективного взаимодействия с органами муниципальной власти в рамках реализации стратегии со всеми муниципальными образованиями подписано соглашение о сотрудничестве в сфере укрепления и развития межнациональных отношений. В муниципалитетах приняты и реализуются программы и планы, направленные на укрепление межнационального мира и согласия, определены заместители глав муниципальных образований, на которых возложены вопросы курирования межнациональных отношений. О ходе реализации мероприятий по внедрению норм ГТО в республике отчитался министр по физической культуре и спорту Магомед Магомедов.